Итак, на этот раз мы приготовили кое-что оригинальное, игру, которую мы назвали «Найди отличие». Есть карта в тирдауне под названием Dust 2, она почти в точности повторяет оригинал. На этой карте я буду спавнить один любой объект, который называю импостером, а Данил должен будет определить, что это за объект. Перед игрой у него будет 5 минут, чтобы запомнить карту. Объекты нельзя прятать за пределами карты или если их нельзя потрогать. Вот этот момент, конечно, запомните, господа. И также нельзя изменять карту или убирать предметы с нее. Кроме прочего, дается 3 права на ошибку, то есть 3 раза он может промахнуться. И за каждый правильный объект 1000 рублей. Давай первый будет тренировочный. Я так чисто набросаю. Ну, как бы мазки первые, знаешь, как на холст. Вот, ты просто, обращу внимание на то, насколько ты внимательный. Это будет тестовый заход. Если ты, ты как бы поймешь, да, что, соответственно, тогда, окей. Давай, Вась, первый заход тренировочный. Так, хорошо. Мимо такси идем в бокс. Смотрим. Так, вот этот кобелек. Эти кобельки есть. За дверью, все в порядке. Так. Так, что-то сыпется. Вася, мегалодон! Ну ладно, ладно, хорошо, все в порядке. Ты не слишком конченый, знаешь, этот тест на то, что ты вообще упоротый, типа, и это не найдешь. Но нормально, нормально, работать с тобой можно. Хорошо, 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 давай. Так, ну что ж, первый объект я поставил. Хорошо, он находится в стороне А. Вот просто сразу, потому что объект довольно сложный. Так хорошо. Б отсекаем. Погнали. Давай. Говорил внимательно, нужно тебе быть внимательным и логичным. Да я ж не могу всю карту запомнить. А вот насчет логики, да, подрубаем на максимум. Давай, давай. Ага, ага. Ну вот. Ну красавчик, вот красавчик, красавчик. Да. Вопросов нет, да. Верно, отправляем ее в космос. Ладно, хорошо. Поехали заново. Запускаю таймер так. Снова на 4 минуты. Хорошо. Даже вот это, не кажется ли тебе подозрительным эта бочка? Она точно была здесь? Да, я посмотрел на нее, но бочка, конечно, была. Так, шо в коробку? Не стесняйся, вкидывай свои версии, брат. Я только за. Ты хорошо, это, хорошо, да. Хорошо. Ты вкидывай, вкидывай. И желательно 3 раза подряд. Нет, если я что-то это уже использую, я говорю, мой ответ вот так. А если я рассуждаю, то это не считается. Хорошо, годится. Но только рассуждай чаще. Машина, машина, за машиной ничего нету. И не должно быть. Бочечки. Ну, были бочки. Есть же тут бочки, боже. Ну да, да есть, есть бочки. Бочки, есть. Так, вот этот вот какой-то вот... Это вот есть, интересно, вот этот... Коробочка, ну не знаю, допустим, есть. Ладно, за машиной, все нормально. Это посложнее. На самом деле нет, если серьезно, то ты просто придурок. Если честно, это нихуя не сложно, когда ты узнаешь правильный ответ, ты будешь орать. Все, вот таймер, стоп. Не, я хочу, чтобы ты чувствовал себя идиотом. Серьезно, пойдем. Что здесь лишнее? Ну, представь, что ты ставишь там, типа, вот ты там, КТшник, например. Вот иду ставить бамбу. Так, поставил. Вот этот ящик есть. Писюн вот этот есть. Так. Ну, бочки стоят какие-то, так. Или нет? Бочек нет. А, вот этот же, блядь, ящик. Стой! Привет, Сири. Извини, поставь таймер на 4 минуты. Годится, поехали. Лучше бы она тебя послала, как некультурную свинью. Ладно. И то верно. Тут ничего нет. Тут все. Так, в яме. Но в яме это вообще идиотизм класть. Так, мусорка есть. Мусорка была, это точно. Тут запрыгиватель тоже есть. Парапетик. Так, что-то. Вась, ты настолько жалкий, что я скажу тебе, что ты уже был. Был вплотную к этому объекту просто. Ну ты настолько жалкий, Вадь. Я даже потерял тебя. Где ты? Я на апленд. Я настолько уверен, что ты лох, что я просто, дал тебе эту подсказку жирнейшую. Но это даже смешно, знаешь. Это ты будешь опять ржать, как пес. А как ты... Ну подожди, что-то не то с этой урной, но она есть там, есть же. Смотреть, кстати, чтобы надо напоминать тебе, да, чтобы ты вообще в любом случае не вздумай жульничать так или иначе. Ты вот все свои доводы там можешь озвучивать, но ты не зыришь ни в какие там эти подсматриваемые карты. Ты здесь? Ты уже в гугле, что ли, блядь? Ты, нет. Человек синий штрико. Ползай. Если бы хотел, я бы мог записать и посмотреть, блин. Ползай. Первый проход по карте. Да урна, не знаю, это урна, называй, я называй! Я не знаю, что там в рот ты его трахал. Да подожди! У меня есть еще время.
Что? Ну коробка, подсадки, вот, все тут нормально с коробками. Машина, ну стоит машина. Ну машина стоит, стоит машина, да. Вот тут есть бочка, вот, вот эта бочка, заберись! Есть стой! Бочка. Минута 40, ну, куча времени, спокойно, выдохни, выдохни, хорошо подумай, включи логику. Представь, что ты вот расходишься, идешь за теров и пушишь, допустим. Хорошо! Да? Давай, тише, 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 тише. Go, push, load, guys! Первое у меня это респа, бежим, флешку накинул, та-дах! Тихо, тихо, тихо. Бегу, выхожу, хоба-хоба, префайр, на-на. Никого не было, не пошли на А, гадают на Б. Смущает мусорка. Хорошо, у меня много попыток. Мусорка! Да! Мусорка! Да, да, придурок! Да. Какой же ты тупой! Ты подошел, говоришь, ну мусорка тут точно была, я все, меня просто да рвет. Я поверил, что... Закончу тебя, Вась, просто потому что лох. Лох цветочный. Подожди, у меня голова кружилась от оров. Подожди, голова закружилась. Так, ну я думаю, что это гарант мой косарик. Напомни, ты одну нашел, одну не нашел, потом еще одну нашел. То есть у тебя 2000, одна моя, да, получается? 200. Ага, поехали, да, я готов. Привет, Сири. Ну, она перестала работать, она уволилась. Привет, Сири. Не прыгать! Да тише ты! Машина, ну машина стоит. Ну машина автомобильная, абсолютно автомобильная машина. Никаких все подозрительных стоит, элементов. Нормально. Ничего абсолютно подозрительного, я считаю. Гандон! А? Гандон? Поддон. Это последний ответ твой? Это называется финальный поддон. Ответ? Да, 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 да. Хорошо, твою мать! Ну, черт возьми, я готов. Давай, давай, последний косарь! Самая жесткая часть! Не, ну что-то большое, допустим. Ну возможно. Ладно, типа вот этого блока, да, белого? Огромного. А? Кто знает? Да нет. А как ты прятался? Да, как ты прятался тогда здесь? А? Скажи мне. Ну подожди, я знаю раскид. Я такой вот сюда навожусь, смачок кидаю, смог падает на бочку, потом я прыгаю вот сюда. Называй, называй, что ты, блядь, называй. Ну что, у меня есть попытки, ну называю, вот это вот херни не было. А вот тебе. Ну и ничего страшного, не очень-то и рассчитывал, если честно. Не. Застрелился как капец. Иди сюда, блядь, иди хуй сюда, блядь. Так я стою здесь. Извини, придурок, я такой дерзкий. Вот это доска! Вот это доска! Да как ты понял, блядь, вонючий кусок говна, цвет! Ты просто дрочился с ними. Я видел эти доски, они другого цвета. Ай, ну ладно, хорошо, ты внимательный. Более внимательный, чем я думал. Взгляни на яркое небо в бесплатном многопользовательском онлайн-экшене War Thunder. Масштабное обновление «Небесные стражи» уже в игре. Зенитка «Панцирь-С1» ждет дальнобойщиков за своей баранкой, а истребитель Як-141 с вертикальным взлетом готов разрезать облака в лучах теплого солнца. Для любителей военной классики теперь доступен легендарный вертолет Little Bird, а на воду были спущены первые War Thunder корабли французского флота. Прорывая оборону противника на земле или зачищая небо. Постоянный экшен с крутой графикой и реалистичным звуком погрузит тебя в атмосферу драйвовых баталий. Бесплатно качай War Thunder по ссылке в описании. По ней же все новые игроки и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат 100 тысяч серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в подарок навсегда и другие бонусы. Ссылка в описании. У меня столько свободного времени, что я здесь занялся уже перестановкой того, что есть. Ну, в рот, готово. Готово? Хорошо, хорошо. Здесь нету, все то же самое, ничего сложного. Здесь что, взрыв был какой-то? Нет, все то же самое, на самом деле, ничего особенного тут не происходило. Здесь вроде как все тоже в целом в порядке, никаких подозрений. Где машина? Ну, хочешь, засчитай это как то, что ты нашел отличие. Не, где машина, блядь, вообще? Куда она делась, скажи? Я ее, бля, угнал. Так, поехали дальше. Так, а, сайт, гусь, коробки, лежит, это хуй. Ну да, тут ходит робот, но я думал, что ты не будешь на него внимания обращать, он, в принципе, ты что, блядь, ну ты что ли, блядь? Хорошо спрятал, слушай, я, вероятнее всего, проходил мимо этого объекта, но настолько неприметный он получился, либо ты его спрятал не в штатном месте, и тогда я твой рот буду ебать, я буду злиться, что пизда, блядь, как же я буду гореть, блядь, если он окажется где-нибудь на потолке, куда вообще невозможно добраться, типа, блядь, что ты ржешь, вонючая. Не буду это никак комментировать. Слушай, да нихуя себе, ты говоришь, что это не такое сложное, это пиздец, я даже не понимаю, я смотрю на все штатные места. Ну, значит сложное, значит сложное. Я же, блядь, сейчас сгорю на тебя, наверное, да, это же будет сейчас что-то такое. Нет, не сложнее, чем ты мне загадывал. Ну вот, получается, вот этой урны не было. Какой урны? У меня нет здесь урны, ты кусок тупого говна, блядь. Да ёб...
Нет, у меня тут урны, блядь, никакой! Какой урны? Я же сказал тебе, откуда можно брать предметы, ты кусочек тупого говна! Я знал, что я сгорю, нах! Это subscribed mods. Они у нас не совпадают. На, блядь, вот такое я заспавню, нах. Видишь ты, вот это, на. Кит, блядь, найди, нах, кита на карте. Видишь кита? Ну и он здесь. А он, нах, тут, блядь. Ни хрена себе, блядь, ты, конечно, удивил. Я надеюсь, что я не сгорю к чертовой матери второй раз снова. Посмотрим. А, ну вот эта хуйня, ее не было здесь. Она откуда здесь вообще взялась? Какой? Вот это вот вся жазалупа, вот это что такое вообще? Вот этой коробки, с которой ты вот так пикаешь шорт, блядь. Спасибо, что заранее не сказал мне, что я хуй... Да, хорошо. Коробка была, доски, черт. А, во-во-во, железные двери, вот эти вот, железное говно. Да? Ну, у меня нет больше версии, придется считать, что да. Нет, ну нет, двери, блин, я не трогал вообще. Да, блядь, это что за железная хуйта, ебать его нахуй. Ну, не показывай. Не знаю, тут я не при чем. Ну, поехали. Бэт, надеюсь, я не сгорю сейчас снова, пожалуйста. Вот стой здесь и осмотрись, и скажешь мне, неужели я очень конченно спрятал? Ходить не надо, просто смотреть оттуда. Что? Ну что, ну все же штатное. Так вот, можешь смотреть в мою сторону. Ну все же штатное. Ну ты чё, блядь, ну ты что, ну ты что за хуйня? Нет. Ну ты рофлишь, Вась, ну ты чё, блядь, ну что ты делаешь, ну какие провода, ну чё это за хуйня? Ну я хочу интересное что-то делать, нестандартное. Что интересное? Ну, наверное, Вась, сложно. на интересное, твою мать, ёб в рот. Интересное, на, выиграй, найди, на, в пизду иди. Слушай, найди, ну, что лишнее. Положил, блядь, вот сюда, посмотри, ты положил просто какую-то хуйню на эту ёбаную бочку, я ёб, что там лежит. На какую какой-то бочку? Мусор лежит, ты добавил... Ну, на эту коробку. Охуеть, это она заметна была. Да что ты делаешь, блядь? Годзилла, блюет. Найди, что лишнее, блядь, в этой карте. Что нахуй здесь лишнее? Хорошо. Вась, мы с тобой вначале о чем говорили? Что? Что можно потрогать руками? Ты это помнишь? Помню. Ты как я не провода? Чем больше мы ходим по карте, я ползаю, вот это вот расстраиваюсь, что ты кретин, тем чаще я начинаю считать там некоторые объекты, которые внимания не обращал, и замечать. Я подметил два объекта, которые совершенно бы... Что ты делаешь? Дебил! Что это? Так я в душе, не ебать, это не я сделал. Это что было? Да почему я? Ну как я мог туда его вызвать, скажи мне? Ебать там колдун, пиздец. Ничего не знаю. А что ты взорвал? И где? Машина на меду. Туда прилетел метеорит? Да. Какой же ты, блядь, рукожопый, просто пиздец. Да, здесь была урна, это было бы глупо ставить. Провода будешь пересчитывать? Провода не буду пересчитывать, я надеюсь, что ты не конченый, и ты хочешь сохранить свое здоровье, когда я приеду. Сейчас это настолько въебало, что если каким-то образом ты это не заметишь, то это просто пиздец будет. Ничего здесь такого не находим, на сайте тоже здесь разбросал эти все... штучки, конечно, так. А, ну, естественно, ну, типа, это было бы прям подозрительно, если бы я такой не заметил. Хорошо, ладно, это первое, хотя бы более-менее. Да, именно, да. Годится. Давай, теперь с энтузиазмом, мне нравится твой подход, ты стал больше похож на человека, а не на обезьяну, но теперь постарайся сделать так, чтобы это было чуть менее палевно, Вася, оранжевый конус, ёб твою мать, бля, Так, ну, хорошо, спускаюсь вниз. Предупрежу сразу. Возможно, отчасти, это где-то на грани с тем, что ты заорешь как истеричка, но все-таки пусть оно будет. Слушай, мне нравится. А у тебя лицо обоссанное, ты где там? Что ты делал? У тебя лицо в моче, почему? Что ты делал? Говно ел. Понял. Ты вот там весь в говне, в моче или какой-то другой сране. Мне это подозрительно кажется. Сказал, что это на грани того, что я заору как истеричка. Значит, это что-то, наверное, на грани такого. Вот ты человек дождя, понимаешь? Абсолютно. Ты можешь придумать странные вещи, абсолютно неожиданные для меня. Поэтому я думаю, что это может быть что-то, знаешь, в рамках чего-то такого ебатого, типа, может быть, где-то на козырьке или вот нечто похожего. Вряд ли это будет какой-то супер маленький объект, который будет валяться на полу. Все-таки я надеюсь, что это не настолько конченый. Но все-таки ладно, хорошо. Ты был весь моче. Ты покрасил гуся, твою мать. Это что, правда?
Поэтому ты весь в моче, долбоёб. Ты сам испачкался, сука, блядь. Ну, короче, как-то вот так. Надеюсь, вам зашло. Кстати, скоро тут кого-то будет 2 миллиона, поэтому если вы не подписаны, вы сами знаете, что можно сделать. На 2 ляма я готовлю кое-что интересное. Это не интро, сразу предупреждаю. И когда это число стукнет, соответственно, я это все сделаю, опубликую, покажу вам. Ну, если, конечно, это будет не сегодня, я не успею просто никак это банально все сделать. Ну, это, на такое я даже не рассчитываю. Тем не менее, всем спасибо и увидимся в следующее воскресенье. Ставлю таймер. Погнали. Ты что, опять что покрасил? Нет, на этот раз уже обоссался. Понял.